Ребята, я получила сообщение из Новокаховки. Человек мне пишет. Здравствуйте, хотела бы поделиться ситуацией. Я из Новокаховки. Сегодня русские твари сделали то, что обещали нам. Подорвали ГЭС. Подорвали, понимаете? Все теперь из-за этого будет катастрофа. У нас не будет света долгое время. У нас затопят села, и они будут под рекой. Это уже сейчас происходит. А дальше будет под угрозой энергодар. Он не будет охлаждаться и может взорваться. А река будет потихонечку уходить в море что вряд ли к нам вернется тот уровень воды, который был. У нас сейчас паника. Город потихоньку топит. Люди не знают, куда одеваться. Им все равно на нас. Люди подходят, спрашивают, просятся проехать за город. Они не пускают. Не пускают на блок пустах. Ничего не говорят. Почему? Возвращают людей назад там, где топят. Мы не знаем, что делать. Я прошу весь мир, помогите, пожалуйста, помогите. Я не хочу в это верить, что нам будет конец еще одно хотела рассказать. Они нас заставляют делать русские паспорта насильно. Иначе нас депортируют, отбирают жилье и все нажитое. Кто имеет право на такие действия? Кто ему дал право отбирать у нас и командовать? И те, кто не сделает, их депортируют в Крым в лагеря, а мужиков в тюрьме. И мы будем ждать, пока Украина нас не обменяет. Вот они нам так сказали. И что там сильно сюсюкаться не будут. Мы для них как пленные. Как нас могут обменять, если Украина не может тероборону обменять? Мало русаков, чтобы их обменять. А мы, мы так и останемся там, как в Донецке было. Зачем они это делают? Это люди. Так никто не спасает.